Всем добрый день из темной-темной комнаты интерьеров IKEA. Друзья, привет! С вами YouTube-канал про IKEA. Меня зовут Просин Татьяна. За пультом мой супруг Дмитрий Просин. Мы действующая служба доставки товаров IKEA в городе Саранск и постоянно снимаем обзоры по товарам IKEA. Поэтому, если вдруг вы... Уже на протяжении более 3 лет? Да, все верно, муж, спасибо за коммент. Если вы вдруг находитесь в Саранске, либо вам очень нравится то, что делаем мы, вы можете обратиться, и всегда мы вам можем это доставить, привезти, посоветовать, отправить почтой либо транспортной компании. Так, мы сегодня, правильно Дима сказал, в очень темном интерьере, но Дима наставил кучу всяких светильников, фонариков, очень боюсь что-нибудь снести. Это ограниченная и очень классная линейка Ravarore. Она уже полюбилась покупателям. У нас очень большое количество отзывов про нее в продаже. Она примерно месяца так 3, могу ошибиться. И некоторые позиции, друзья, уже попали в сейл. То есть попали в акцию IKEA Family, можно чуть-чуть сэкономить. В общем, во всем вот этом интерьере процентов, наверное, 80 Ravarore. Давай с кухни. А нет, давай сначала я расскажу все-таки, что за коллекция. Ну, давай. Смотрите, коллекция лаконичная, современная, молодежная, занимает минимум места. И если вы куда-то переезжаете, ее очень легко взять с собой. При этом она очень надежная, такая, знаете, добротная. Пока Дима настраивал камеру, я все потрогала, потискала, побренькала. Я довольна осталась всем. Единственное, конечно, ну цвета такие, да, больше подходят... Ну, либо мужчине хочется чего-то более светлого, но такие более серьезные цвета. Черные, темно-синие, беж такой приятный дубовый. Нет. Тебе тоже не нравится? Ну, беж уже присутствует в тумбочках. Ну, да. Это стиль такой, городской, индустриал, как он больше? Чего будет? Индустриал. Ну, да, ну вот. Ближе к лофту относится. Да. Так, давай с кухни. Давай. Во-первых, эту кухню мы будем снимать еще потом отдельно. Это будет обзор сравнения двух мини-кухонь IKEA. Их сейчас на данный момент две. Сунерста и Ravarore. Ravarore стоит 15 тысяч рупий. 112,60 на 178. То есть у нас вот так 112, вот так 178. Ну да, смотри, я 1,70 м плюс ботинки. Ну, встаньте вот на меня, поглядите. Вот, вот примерно такая кухня. Вот. И у нее глубина 60 сантиметров. То есть такая полноценная столешница. Значит, здесь у нас все, ребят, металлическое, стальное. Нет никаких деревянных, пластиковых элементов. Либо это сталь, либо это металл, который с покрытием. В комплектации две полки. Полки с перфорацией. То есть если вы решите, да, там что-то мокрое положить, посушить, welcome. Это все будет просто тупо стекать и все. Она обязательно стенового крепежа. Дим, покажи, пожалуйста. Потому что если ее не закрепить, она будет волтузиться и будет не четко видно. Ну, крепление с двух сторон. Крепление с двух сторон, да. Крепить можно посередине, сверху, как вам удобно. Вот, то есть это бегающий бегунок, он фиксируется. Так, полки только одного уровня, передвинуть, подвинуть тоже ничего нельзя. Полка как раз ровно половинка, то есть даже поменьше, мне кажется, чем 30 сантиметров, сантиметров 20, не больше. Столешница, уже сказала, 60 сантиметров. Смеситель продается отдельно. Раковина входит сюда в комплектейшн. Надеюсь, я не ошибаюсь. Раковина должна входить. Да, мне кажется, раковина входит, потому что, Дим, нет никаких выпилов. Она прям вот, вот вмонтирована, дальше некуда. Хотя она не вставляется, ее отсюда выдавить при желании можно. В общем, это пока вопрос для меня спорный. Кто знает, в комментах напишите, но мы когда обзор снимем, обрабатывать будем, тоже это напишем. А, так, дальше. Имитация рейлинга вот с такими съемными крючками. Крючков таких 10 штук. Очень плотненькие. В общем, я разогнуть не смогла. Соответственно, хотите кружечку вешайте, хотите сковородочку, все что угодно. Вот эта полка тоже съемная, она входит в комплектейшн. Это посудная сушилка, задуманная дизайнерами. Смотри, как аккуратно складывается. Здесь есть хвостик, ее можно убрать, чтобы она не мешала. Так, все вот это приблудистика, это продается отдельно. Давай заглянем в кухню под юбочку. Она на регулируемых ножках. Что это значит? Что можно совершенно спокойно, исходя из того, что у вас кривой пол, все это дело подогнать. А, смотри, как интересно. Здесь у нас шумка стоит.
Прям такая прорезиненная. Ну... Чтоб столешница не громыхала, да? Ну, я бы добавил, зайдя в зеленый магазин. Леро, а что стесняешься называть-то? Ты же не, официальный. Ты не работаешь в Икее, тебе Икея денег не платят. Я не бесплатно делаю рекламу другому магазину. Зачем я это должен делать? Ну ладно. Ладно, Икея тоже бесплатно делает. Я бы купил вибропласт и проклеил полностью низ столешницы. Чтобы вот этого не было. Да, чтобы не было такого громыхания, чтобы было такое более плотное железо, такое глуховатое. Ну да. И параллельно я бы низ еще проклеил бы у раковины. То же самое, вибропластом. Тоже все обработать, да? Да, там вроде есть что-то такое похожее на какую-то наклейку. Ну, маловато. Вибропласта, да? Вот, вот она, тоненькая, не видно, да. Да. Ну, это детский лепет, честно говоря. Вот. Просто так. Сделали, чтобы было. Кстати, записывать вот эти рекомендации от Димы. У него с этим хендмейдом все, у мужа руки растут оттуда, откуда надо. Смотри, вот здесь, в принципе, она не имеет отношения к Ravarore, но тележка Nissa Force сюда идеальна. Она, во-первых, идеальна по дизайну и идеальна по размеру. Чтобы вот все, все вещи сюда такие сложить. А, так, копаемся дальше. Что мне понравилось? Ну, мне сейчас, кстати, надо узнать. Ну, это мы сейчас дойдем. Давай до сифона дойдем. Угу. Он в комплект входит? Отдельно. Или... Отдельно, вот. Хоть это не входит в тематику, но половину, я всем рекомендую покупать вот такой сифон. С двойной коленкой? Да. Он регулируемый по высоте, по ширине, много дырок. И самое главное, вот видите, желтый клапан. Вот это? Да, это специально сделано для обслуживания сифона. Допустим, засор. Он засорился, да. Очень просто почистить. Не то, что как вот обычный советский белый, я сейчас покажу картиночку, вот такие вот, да. Вот с этим вы измучаетесь сифоном. А вот именно вот такой сифон, икеевский, да, он недорогой. Также в Леруа и других строительных магазинах, в принципе, что-то похожее присутствует. Но икеевский похожий, да. Но икеевский, он более функциональный. Там уже сразу есть отверстие под стиральную машинку и другие сливы. В общем, мы пользуемся икеевскими сифонами, нам очень нравится. Демора с ними нету. Просто ты вот сможешь разве... Я просто держу свет. Ну, и скажи, вот что нужно. От тени горизонтальные вот овальные вот. От себя вот. Вот к стене. Вот к стене может двигаться. Он регулируется вот от себя. Вот на себя тяни вот этот. На себя не бойся тяни. Да-да-да-да, на резинку. Вот. Ой, как страшно. Я поэтому вот. Говорю, я вещами хозяйства дома не... Вот как раз есть прокладочка, которая не дает сифону как протекать. То есть вы обезопасены от течи, да. Получается. И то же самое можно делать вниз. Вот этот вот сифон, вот как раз вот то, что держишь нижнюю часть, она тоже опускается. Тем самым вот это я хочу подчеркнуть уже, как сделать итог. О, класс, смотри какой. Вы можете вот в любую кухню, не обязательно только Икея, вмонтировать вот именно такой сифон. Ты что, смонтировать можно? Да. Ну, не при желании, да. Вообще без особых заморотов. И это очень эстетически красивый вид дает. Да можно и для мужчин спрятать, без каких-либо, да, заморочек по уходу. Ну и плюс вот как бы плюшка идет, а, вот, у, вот. Гофры, у гофры крепление к стене. Ну тут, кстати, они это, Икея позаботилась. Тут посередине между вот коленками, блин, покажи, вот внизу. Давай я свет подержу. Вот, вот тут должен был находиться ключик желтый, чтобы откручивать эту штуку. Но они, наверное, убрали, ну, чтобы, ну, да. Вот. Либо кто-то убрал. Ну, подобные по функционалу и цене я не находил. Более такого аналога. Ну, самый дорогой сифон в Икее 2000. Да. А это для двойной раковины. Ну, все, продолжаем. Так, да. Также меня порадовало, пока я тоже готовился, само крепление выезжающей полки. Выезжающего ящика? Да, выезжающего ящика. Ход очень плавный. Его вообще не слышно. Хороший. Давай вот так. Вот это не слышно. То есть вот как бы... Он даже не бренчит. Мы какую-то, по-моему, с тобой... Другую мебель металлическую рассматривали, не помню название, но она была прям как погремушка. Это вот чувствуется вещь. Так, еще смотри. Вот здесь боковые планочки, они специально сделаны для того, чтобы... Вот, кстати, здесь крючок Финторп. Вообще, по факту, можно любой крючок повесить. Для того, чтобы тоже использовать кухню. Кухня классная, мне нравится. Ну, для себя, я скажу, немножко дороговато. 15 тысяч за полностью металлическое, то, что у тебя не развалится, не сгниет. Ну да, она и
и стужу, и жару, да. И землетрясение пережили. Мне кажется, ее ведь не только там, да, куда-то студенты в общежитии или там молодой семье в студию. Так, друзья, это и спокойно на даче очень много, потому что клиентов обращаются. Мне нужна добротная кухня, которая у меня там вот в летнем домике будет стоять, где готовить можно будет. Я просто уже чувствую, какие будут комментарии. Я за 15 тысяч такое ДСП куплю. Ради именно бога, такого уже покупайте, размера. Покупайте, пусть спухает. На каждый товар есть свой продавец. Есть свой покупатель. Так, едем дальше. Модуль на колесах Роварор 100 на 115. Ну, фонарик где вставлять? Выключай, я буду так ходить. Ой. Насветил-то. Главное потом все это не забыть. Игрушки. Так, модуль на колесах Роварор. Смотри, 4 колеса, стопора хорошие. Иди сюда. Вот, видишь? Прям полноценные стопора, то есть... Пододвинули, застопорили, и стеллаж у нас уже никуда не укатился. 13 тысяч. А дальше. На этом модуле поместится очень много от гаджетов до одежды. Согласна. Стопора только с одной стороны. Идут два стопора. Да. Только я не знаю, почему они сделали стопора именно вот с этой стороны. В чем удобство? Не знаю. Я бы их по краям сделал. В общем, выдерживает одна полка 20 килограмм. Раз, два, три, четыре полки, по факту, ну, верх-низ, да, крышка-низушка и две дополнительных полки. Регулировки какой-либо нет, то есть вы его собрали и все. Что классно, что все вот эти крепежные элементы... Пойдем. Крепеж покажи, пожалуйста. Он немного утоплен, то есть ты не будешь соприкасаться. И угол, несмотря что он железный, он немного подскошен. Поэтому он вроде как и 90 градусов, но при этом не такой острый. Вот я даже вот пальчик кладу, то есть ну нет такого, да, ощущения прям вот острого-острого угла. Это вот все, что касаемо модуля. Классный металлический стеллаж. Зараз дороговато, конечно, 13 тысяч, ну. Ну, я говорю, серия, она не бюджетная. Серия не бюджетная, но добротная. Дальше. Складной стул Роварор. 3500, цвет черный. Значит, из чего он у нас? Массив бука и лак. Ну, в качестве покрытия. Сидушка формованной фанеры из бука. Блин, ну забуковый стул, друзья мои, я считаю, что это адекватно. 3500. Классический механизм складывания. Два металлических элемента. Цельная сидушка. Мне кажется, эта серия долго будет жить. Вот просто по соотношению исполнения и качества материала. Так. Но мне интересно было посмотреть полностью всю серию в одной комнате. Как бы это все выглядело. Вживую? Да, вот. А вдруг у кого-то из подписчиков уже есть? Ребят, присылайте нам. Покажем. Так, вот этого товарища мы уже показывали. Он появился еще по лету в новинках. Надеюсь, смогу включить. Смотри, я не могу. Это прям милота милотюйшая. Я, правда, убей, не помню, как он этот функционирует. Вниз, вниз. А, нет, теперь наверх уже только. Он уже... Не, в другую сторону. Не могу я помочь, я держу камеру и свет. А я забыла. Сверху, там лепесточек, и он опускается. А его вот здесь как будто... А нет, не застопорили. Татьяна Павловна, я же тебе показывала. Я забыла. Там же механизм специальный. Вот. Сверху нажимаете и все. Вот, нажала сверху. А, вот, просто вот. Руками. Я думаю, я-то автоматизации ждала апгрейда. Так, цельной металлический купол. Это тоже классно, да, что его можно как и торшерчик использовать. В любую сторону повернуть. Нам это очень актуально для съемок, мы с этой точки зрения. Шнур плетеный. Ну, здесь поняли, да, интересный механизм. Необычное исполнение ноги. Сейчас по фэмили 2000 вместо 2500. Поэтому, кто хотел купить, есть возможность еще и сэкономить. Так, я сижу за столом обеденным Роварор, дубовый шпон. Стоит он 10 тысяч без рублика, 60 на 78. А легко собрать и разобрать заново, у каждой ножки только одно крепление. О, ну это получается, как раньше было в советских столах. Да, вот на барашек. Вот металлический барашек. Ой. Ползи. Да, вот он. Вот. То есть не будет расшатываться механизм и легко перемещать. Пока Дима вам показывает изнутри, массив дуба, прозрачный акриловый лак, столешница фанеры дубовая, ДСП, массив дуба. Ну, ребят, мне нравится, честно. Смотри, углы все заточенные, да, то есть нет вот этих острых переходов. Единственное, что все-таки я рекомендую поберегать края. Иди сюда. Свет выключите у лампы, а то
пересвет идет небольшой. Угу. Вот. Уберегать все-таки края нужно. Чтобы не пошли мелкие трещинки, потому что слой дубового шпона очень хороший наверху. Так, точно такой же большой стол, кстати, по акции сейчас вместо 13 тысяч всего 11, экономия почти, ну да, 2000 экономия, 130 на 78, все то же самое, ребят, тот же дубовый шпон, массив, очень красивый цвет, благородный, такой прям, ну, приятный, и ножки классные, то есть сама вот линейка именно этих столов смотрится очень интересно. А скамья Раварор дубовый шпон 120 на 34, стоит она 7 тысяч. Легко катается. Здесь у нас отделение, здесь. Тут свободно, здесь свободно. Меня смущает вот задний... правая сторона, где твоя рука, ну? На прогиб. Нет? Классно. Внутри человека уместить можно. В притирочку. 120 на 34 можно использовать как дополнительное место для сидения или как удобную тумбу. То есть такая, знаешь, лаконичность. Можно подобрать коробки, будет у тебя тумба под ТВ. Надо, спокойно забрал под лавочку. 200 килограмм нагрузка. Угу. Ну, значит, двоих, на двоих-то. Так, на 2,5 рассчитано. С топора. Если по 50, то и четверо. С топора. Тоже можно застопорить, если это будет лавочка или то. Довольно-таки такое тяжеленькое. Так, пойдем дальше. Вот эта штучка мне очень понравилась. Это модуль для одежды на колесах. 100 на 140. Стоит он всего 11 тысяч. Сталь и эпоксидное порошковое покрытие. Максимальная нагрузка на полку 20 килограмм. Вес в упаковке всего 23 килограмма. Значит, 100 на 50, высота 140. Высоту отрегулировать нельзя, так же, как у модуля и у полочки с топора с одной стороны. Здесь у нас полка металлическая, точно так же с перфорацией, как у кухни. Дальше здесь у нас штанга и полка внизу. Что классно, есть еще дополнительное усиление, которое дает как ребро жесткости, но плюс можно, опять же, повесить крючки. И если у вас модуль стоит где-то в середине комнаты, это можно еще использовать как дополнительное место для хранения, например, там. Сумки повесили, рюкзак и так далее. То есть, ну, можно придумать. А вообще, у Икеи, посмотрите, где, может быть, ты найдешь картинку, прямо этаже вставишь. Есть картинка, как в эту серию Раварор наложено все, и этого достаточно для того, чтобы переехать. То есть, взял и повез. Если я найду в интернете, я вложу вставишь. Этот ролик. Так, пойдем дальше. Раварор. У нас еще есть вот такой класснючий модуль. Стоит 8 тысяч. Кстати, все на колесиках, кроме кухни, да. Я смотрю. Вообще интересно. 1, 2, 3 полочки, 4, 5. Ну, вот казалось бы, да, думаешь, ну, Калакс можно купить в 3 раза дешевле. Блин, ну, он классный, он так смотрится легко и не избито. Размерчики. 67 на 69. А глубина, ребят, 34. То есть коробочки сюда разного размера надо будет подбирать. При желании можно это будет сделать. Здесь у нас верхняя панель, нижний разделитель. В общем, все из ДСП, прозрачный акриловый лак и дубовый шпон. И смотри, как хорошо смотрится сваром. То есть вот смотрится так, как будто он здесь и должен быть. Хотя вот здесь по уму у Ивара шел, который вышел сейчас из ассортимента постоянного браку, этот стол откидной. За эти деньги стоит Раварор. Раварор намного качественнее, чем был иваровский стол. Так, дальше едем по Раварорчику. Вот такой поднос. Стоит он 2000. Размер 44 на 59. Фанера. То есть такой прям полноценный столик для ням-няма. Либо для работы. Для женщин, да. Для мужчин нет. Потому что расстояние маловатое. Ноги не поместятся, боюсь. Для женщин, возможно. Для мужчин. Не, лежа на ноутбуке. У нас же есть вот подставка. Ну да, либо вот. Ну, ну так-то это легче, конечно, за столом. За столом, чем так. Ну, в общем, давай разбираться с подносом. Здесь у нас металлическая скоба. Дим, иди сюда. А где делают Раварорчи? В Китае. Металлическая скоба. Вот так складываемся. Здесь петли. И вот так. Вот за счет вот этой скобы подносик оказывается очень крепким. И у него не разъезжаются ноги. Так, дальше.
Плед Раварор. Мы его показывали в пледах. Сейчас я найду ценник. Если мне не изменяет память, стоит он 2000, но я могу ошибаться. Не, он стоит 3500, друзья. Я ошиблась. Плед очень классный, уже несколько раз заказывали клиенты в Саранске, безумно довольны. Есть еще синий вариант, тоже в горох, мягкая шерсть. И он, я бы, помню по ощущениям, он не очень колючий. С одной стороны вот такой бежевый со светлым горохом, с другой стороны светло-бежевый с горохом таким серовато-коричневым. Ну, соответственно, шерсть требует обязательно определенного ухода. Над ней не получится издеваться на быстрой стирке, поэтому либо это деликатная, либо это ручная. Так, дальше едем. Кушетка Раварор. Стоит она 26 998, а сама кровать кушетка стоит 22, и сюда в комплект включили хамарвик, пружинный матрас жесткий, ну самый бюджетный у Икеи. Основание покрытие железо. Интересно, а получается, ну да, кушетка, то есть матрас к ней не прилагается. Матрас продается отдельно, 90 на 2. Обивка ван, кстати, темно-синий. Нет, так интересно. Хамарвик здесь уже включен в описании, но продается, ребята, он отдельно. То есть по уму матрас можно любой поставить сюда. А можно... начинку посмотреть. Давай сейчас разбираться. Подушки. Молния есть потайная. Надеюсь, не оставлю ногти. Смотри-ка. Очень порадовали подушечки. То есть не в обычном, в таком, да, в живленьком чехольчике, как упаковочный материал или пленка для теплиц, а прям такие приличненькие. Удобно. Плотная? Плотная. То есть она плотная, но при этом она пружинищая. Здесь пенополиуретанный наполнитель. Чехольчик можно стирать на 40 градусах, но это либо ручная стирка. Хотя нет, машинка не перечеркнута. Химчистку сдавать нельзя. Одеваем обратно. Чехольчиков у нас получается, подушечек у нас 3 с чехольчиками. Они входят в комплектацию. Ну, за 22 тысячи без учета матраса, как односпальная кровать, диван, кушетка с возможностью сменить матрас, я просто анализирую. То есть за те же деньги мы покупаем беддинги. За те же деньги. В принципе, наверное, да, альтернатива беддинги будет, но, друзья, у беддинги в сложенном виде спальное место 80, а здесь 90, прям полноценная односпальная кровать. То есть сюда и отдельно мужчина уместится. Мы в бытность начала семейной жизни такого размера кровать вдвоем спали, да, и ничего умещались. Так, давай дальше смотреть. Самое интересное, что тут у нас? Речная днишка. Кстати, вот такие бруски, если они поломаются, мне кажется, спокойно, вот то, что ты для Хемнеса в Леруа покупал, да? Если у кого сломалась ламелия изогнутая из ДСП, это, из фанеры, не прямая, а изогнутая, Леруа Мерлен можете купить поштучно. Запасные продают. А эти брусочки, как именно дерево, они сюда не подойдут. Сюда только идет фанера толстая. Деревяшки они поломаются, вот именно если такой толщины идут. Ну, в общем, тут, заменить... тут только фанера. Покупать сколько? Ну, тут... Фанера, я не знаю, сколько тут миллиметров, прям, в общем, тут 2 сантиметра. Как ты говоришь, колхозить. Мне тяжело держать матрас. Да, все. Так, смотри, значит, здесь липучка. Чтоб липучек, не уезжал. Липучек 4, за счет этого не будет гулять. Там еще в глубине есть? Вот. Да, вот раз, два, и с той стороны то же самое. Значит, здесь у нас чехол на замке, мы его расчехляем и достаем матрас. Матрас, повторюсь, продается отдельно, поэтому сюда не обязательно хамарвик, можно любой. Но я очень удивлена, хамарвик здесь довольно-таки хорошо встал. Поэтому, возможно, например, хобок более высокий, сюда и по высоте может не залезть, потому что вот здесь тык в тык. Поэтому высота больше, чем хамарвик, нельзя. Сейчас я скажу, сколько высота у хамарвика. Ну,
Друзья, увы, нет, на память я не помню. По-моему, сантиметров 18 он. Если ошибаюсь, поправьте. Так, пойдем сюда. Значит, смотри, помимо подушек в комплектацию входят на металлической основе вот такие боковые части. Они немножечко у нас мягкие, прям чуть-чуть совсем. По ощущениям, окантовка металл? Да. Угу. Металл полностью, угу. Все. То есть металл, ткань, никаких деревянных элементов, кроме речного дна. Ну, как тебе кушетка? Спорно. Почему? Очень спорно. Мне нравится и диванчик, и кроватка, и полноценный матрас можно поставить. Так, пойдем сюда. Здесь еще осталось два предмета. Стеллаж на колесах Ровару 5000 рублей. Значит, размеры у нас 34 на 69 на 34. 1, 2, ну, это полка третья условно. И верхушку можно использовать. Полки не регулируются по высоте. Вы с ними ничего сделать не сможете. Вот что есть, то и есть. Еще имейте в виду, что задняя стенка только в серединке, где как раз ребро жесткости. Угу. Ну, в принципе, все. И смотри, какая интересная штука есть. Я сижу, потому что здесь сильно не побегаешь. Приставной столик на колесах. А собирается он из ящика березового за 3000. Пожалуйста, этот ящик 3000. Из фанеры березовой. Сока. 3000. Я таких ящиков дома тебе сделаю. Окей. На 3000. Ребят, кто хочет сэкономить, обращайтесь к Диме, он вам наделает ящиков. Так, и дальше. Не, ну это вообще неоправданно. Ну, фанера 3000. Тележка Ровару. Не очень вообще. Даже не смешно. Тележка, это вот эта вот и крышка, что ли? Типа так, что ли? Это тележка? Кого возить? Вот этот человек придумал за 3000 фанеру, блин, слепил. Сие конструкция. В общем, суммарно столик интересный. 5498. Смотрите, здесь точно такие же колеса. Кстати, давай колеса покажем, потому что там возможности не было. Не будем же мы модуль переворачивать. Вот они, колеса, пластик, стопорки. Вот оно со стопором. Угу. Прям намертво стопорит. И вот оно без стопора. Если не изменяет память, вот данный ролик в похожих магазинах, как IKEA, угу, держит один ролик нагрузка до 120 килограмм. Если мне не изменяет память, они очень похожие прям вот. Ну, такие добротные, массивные. Каждый ролик. Так, смотри. Ящик. Внутрях показываешь? Ну, как я покажу? Ты меня спрятал, это не... Вот, я вот это имею в виду, нижнюю часть. Здесь, смотри, на ножичках. Ну, 3000-то ножичек дали еще. Маден Чина. Дим, неужели за 3000? Серьезно, Татьяна Павловна, вот не стоит. Ее красная цена 500 рублей. Да? В общем, девочки, у кого есть мужья с руками, как у меня, иди сюда, давай показывай. Здесь шурупики? Болтики? Что здесь у нас? Болтики, шурупики? Ну, элементарно. Вот. И пилу, правда, надо циркулярную, да? Нет, тут не пила, тут... Ну, это другой инструмент побольше. Короче, если у меня инструмента нет, то просто тупо купите ящик, а мужу скажут, что он стоит 500 рублей. Я что сейчас сказала на весь YouTube, где скажут, просто плохому учат. И, в общем, суммарно получается вот такой интересный столик, который еще и можно использовать для хранения. Ногти, слава богу, живы. Так, ну что, в принципе, по Ровару все. Так, пойдем, отойдем, тут музыка играет, боюсь, YouTube нас не полюбит. И забанит. И жопу нам парит. Так, далеко ехать, тут темно. Вот. Я могу свет включить? Не надо. Так, друзья, про Ровару все. Мне серия понравилась. Я смотрю, не забыла ли я что-нибудь вам показать. Ну, очень-очень темно тут. Ну, безумно вот темно. Вот без этих фонарей мы бы ничего не сняли. Поэтому мы вам последний раз, когда приезжали в Нижний, и не смогли фонариками пока... Без фонариков, ну, это дело... Ну, сейчас фонариков нету. Показать. Вот, покажи, Дим, да, как это без фонариков. Поэтому, ребят, пишите комменты, кто уже пользуется линейкой, кто что приобрел, насколько на самом деле с вашей точки зрения удачно. Я могу сказать, с 10-летнего, даже уже, господи, 11 лет муж будет скоро, как мы Икею в Саранск возим, с 11-летнего опыта, что серия добротная. Цена, да, ну, блин, что сейчас дешевая? Мне кажется, вообще ничего. Сейчас найти, чтобы хорошую вещь за адекватный ценник, надо постараться.
Вот, поэтому welcome. И не забываем делать традиционные мантры с Ютубом. Колокольчик, подписка, лайк и комментарий. Минимум 4 слова. Для вас несложно, для нас приятно. И Ютуб будет нас с вами больше всех любить. Все, мы дальше погнали.